Ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ получили данные о редком свойстве растительного фермента фицина, выделяемого из латекса некоторых видов фигового дерева и способного разрушать стафилококковые биопленки, которые образуются на поверхностях ран и замедляют их заживление. Результаты исследований были опубликованы в журнале Scientific Reports. Вот предварительные эксперименты на крысах показали, что действительно фермент так же, как родственное, заживляет хорошо раны. Но еще плюс, оказывается, он хорошо разрушает бактериальное обрастание из стафилококков, которые являются одной из причин того, что раны на коже заживают очень медленно. Ученые использовали фермент фицин при обработке биопленки, образованной клетками стафилококка, который является одним из основных препятствий заживления ран, замедляя проникновение антибиотиков. Позиционируем его именно для того, чтобы использовать в комбинации с антибиотиками, для того, чтобы повышать их эффект. Значит, если мы будем разрушать вот этот слой биопленки, стафилококковые клетки становятся более доступны для антибиотиков, и эффективность их, конечно, повышает. В планах исследователей довести работу до клинической стадии. В настоящее время действие фицина проверяется на модели повреждения кожи у крыс. Аурелия Сташкова, Лев Халиуллин, Универньюз.